Здравствуйте, мои дорогие зрители, я тоже рад видеть вас. Итак, ставим лайк и поехали. Сегодня расскажу о том, как гости юбилея Ольги Крутой услышали голос Аллы Пугачевой без фанеры. Жена российского композитора с размахом отметила 55-летие. В Москве один за другим гремят праздники семьи Игоря Крутого. Еще недавно в столице была организована вечеринка по случаю трехлетия внучки композитора, а теперь отметила день рождения его супруга. Ольга в этом году отпраздновала юбилей, ей исполнилось 55 лет. Такая важная дата, конечно, предполагает пышное торжество. В столичном ресторане на днях прошла шумная вечеринка по случаю дня рождения жены Крутого. На торжественное мероприятие и прибыли, кажется, все артисты, которые близко дружат с маэстро. Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Жасмин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Олеся Судзиловская, Теона Контридзе, Дима Билан, а также Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Появление примадонны в дерзком мини, как всегда, вызвало особый ажиотаж. Алла Борисовна не только лично выразила уважение семье Игоря Яковлевича, но и приготовила для именинницы сюрприз, спела для нее песню поздравления. Импровизация артистки, по словам очевидцев, была очень удачной. В сеть попал короткий отрывок с выступления примадонны. Поклонники смогли услышать голос своего кумира без фанеры, которая часто использует записи телепрограмм. Кстати, совсем недавно Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», раскритиковал севший с возрастом голос Пугачевой. По его словам, раньше голос Аллы Борисовны был одним из самых ярких на отечественной эстраде. Однако разные пагубные привычки, в том числе курение, оказали сильное влияние на ее голосовые связки. Всем большое спасибо за внимание, ждем вас на следующих просмотрах. Ставим лайк или дизлайк, не забываем подписываться на канал, нажимаем колокольчик. Благополучия и здоровья вам!